Здравствуйте, мои дорогие любители хорошего достоверного звука. Владимир Абрамов, фирма «Инфарком», и мы будем сегодня вас знакомить с нашей новой темой, с нашей новой техникой, сделанной в Японии, исключительно в Японии, кстати. Это музыкальные сервера от фирмы «Мелко». Сегодня фирма «Мелко» — это лидер в музыкальных серверах в мире. Ее используют в качестве источника многие известные производители, такие как T+A, Oppo, Bryston и многие другие. Я вам расскажу немножко об истории этой фирмы и о том, чем она знаменита в техническом плане. Ну, естественно, конечно, на том уровне, на каком я сам разбираюсь. Ну, это точно так же, как разбираетесь вы. Итак, в 1975 году Макото Маки-сан решил начать делать высококачественные хай-файные компоненты. Ну, естественно, первое, что он смастерил, был виниловый проигрыватель. Первый в Японии компонентный виниловый проигрыватель, который, по сути дела, явился первый в Японии модульный виниловый проигрыватель, который, по сути дела, явился лидером в этой области, потому что он положил начало целому ряду стандартов виниловой индустрии Японии. Однако, как вы понимаете, 80-е годы были ознаменованы тем, что в Японии доминировали проигрыватели с прямым приводом, а не с вынесенным далеко мощным мотором, который, кстати, обеспечивал намного лучшие показатели по стабильности вращения, по детонации и другим характеристикам, которые являются критическими, в свою очередь, для виниловых проигрывателей. Так вот, тем не менее, прямой привод, дешевое производство потихоньку выдавило его с этого рынка, и он решил заниматься компьютерными компонентами, где преуспел, накопил как деньги, так и, самое главное, опыт в производстве сетевых накопителей, различных компонентов, Wi-Fi роутеров там и так далее, и тому подобное, дисков. Но у него осталась любовь к хорошему звуку. И вот в 2014 году, он возвращается к производству высококачественных музыкальных компонентов, которые могли бы воспроизводить у вас дома музыку во всей ее красе. И это были, естественно, музыкальные сервера, потому что он имел ноу-хау, он имел знания, и он понимал, что такое хорошая музыка. В 2015 году он уже показал эти сервера впервые на выставке хай-энда в Мюнхене. Затем, в 2016 году, эти сервера были приняты в качестве источников многими компаниями, такими как Ангаку Аудионот, Техникс, T+A в качестве своих эталонных источников. Это тоже очень примечательный момент, потому что уже в 2017 году уже 12 компаний, которые производят высококачественные хай-эндные компоненты, использовали серверы фирмы Мелко в качестве стандартных источников звука. Опять же, T+A, Oppo и многие другие. Список вы можете найти на сайте как у нас, так и на сайте Мелко. Так чем же известна фирма Мелко? Прежде всего тем, что самым тщательным образом подбираются детали, различные компоненты, узлы для производства ее техники. А она в этом, как вы понимаете, толк знает. И, наконец, тем, что инженеры на фирме Buffalo это как раз тот японский производитель, который Маки организовал для производства компонентов в свое время, компьютерных компонентов. Так вот, инженеры этой фирмы постоянно работают над совершенством стандартов. Ведь Маки очень любит устанавливать стандарты воспроизводства хорошего, достоверного, качественного звука. И самым их большим достижением является то, что они доработали безмаркерный
поток ДСД, в результате чего музыка воспроизводится в ДСД формате просто идеально. Поток не дробится на различные пакеты, он идет непрерывно. Маркеров нет. Это очень важно. Этот стандарт уже воспринят такими гигантами, как Pioneer, Oppo, Bryson, T+A, о которой я уже говорил, и многими другими компаниями, которые вы знаете. Мелко законодатель моды. Помимо этого, вы можете использовать этот сервер, присоединив его к музыкальному сетевому плееру напрямую, минуя switch, hub, роутер. Дело в том, что звук, естественно, проходя через дополнительный компонент в сети, портится. Я имею в виду цифровые файлы, музыкальные файлы, портятся. Поэтому если вы передаете поток непосредственно из сервера в музыкальный сетевой плеер, то вы имеете как результат намного меньше потерь, намного меньше преобразований, в результате музыка чище. Но это не все. У Мелко есть специальный USB-выход, и вы можете его использовать уже даже не как музыкальный сервер, а как USB-плеер, который передает информацию через USB-выход непосредственно на USB-цифроаналоговый преобразователь. Итак, три возможности. USB, о которой я только что говорил, прямое подсоединение к музыкальному плееру сетевому, ну и также работа в обычной компьютерной домашней сети. Вы выбираете сами, что вам удобнее. Управляется сервер при помощи приложения, например, Lumen или Linkazoo Kinski, коих много на рынке, мы сделали перевод меню для линовских приложений. Поэтому, если вы любители хорошего, достоверного, качественного звука, да еще с бокалом хорошего вина вечером, прослушивание у вас будет, ну, такое, какое вы, наверное, никогда до этого не имели, вас будет вдохновлять и звук, и вино. Приятных вам вечеров, хорошей музыки, и следите за нашими объявлениями. Спасибо.